Я аж в Индии печатал свои статьи. Здесь нельзя пробить. Ну, да. Да, кстати, кто-то из индусов так в свое время жесткой конфронтации с Ландау с нашим был. Материалы исторические есть. Я просто с индийской школой не сталкивался, но вот как бы... Физики явно раз Ландау, да? Да, 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 да. Я постараюсь через Усану узнать, кто там у них. Но он уже, наверное, тоже скончался. Да, лауреат, по-моему, Нобелевский тоже был, индийский. Что-то такое было. А, знаю одного лауреата, но он математик, кажется. Вот, может даже про него речь. Ну вот как-то упоминалось, что конфликт был между Ландау и товарищем из Индии, что тот его чуть ли не проткнул там потом Ландау чем-то, тростью, что ли, или. Веский аргумент, как говорят. Ну, там было. Вот так. Наших этих академиков, которые в каждой науке есть какое-то их название маргинал, который с ними не контачит. Ну, на примере славянисток, чудинов, ага. Ваши российские, да, с ними да, да, да. Не контачит? Нет, я не, как сказать-то, для того, чтобы я официально высказался о каком-то деятеле науки, мне надо изучить его труды. И я не могу, скажем... Долго это, конечно. Не могу, потому что очень большие ставки. Вот я сейчас представляю достоверную науку. Если... Они тоже говорят, что они предоставляют, понимаете? Вот. Те... Слева и справа. Очень много граждан, которые... Выходили с таким тезисом, я проверял материалы, выяснял, что вот здесь вот косячок, вот здесь нарушение логики, вот здесь просто обман. Они тоже попадают под эту стезю, но жалко, что хорошие идеи высказывали, но не доказаны, да? Вот, и получается, что мне, скажем, гигиеничнее не... Пока, да, не позиционировать себя. Вот в плане физики, ну вот конкретные позиции, вот прям вот совсем, на нарушение логики, это вот господин там, Ацуковский у нас, очень модный эфир. Читал его эфиру, динамику. Ну, получается, что там безграмотная позиция и фальсификация. Он на эмоциях работает. Один из товарищей из эфира, я не буду называть фамилию, но вот тот просто по результатам нашего общения, он поменял свою позицию. Пару изменений в своем подходе сделал, и оно сейчас у него... Вот оно что. Им подсказывает так незаметно, что 2-3 тезиса надо поменять, да? И скажем... Оно у него сейчас обрело вид, он не доказывает, что это там научная констатация, он говорит, что это просто вот на уровне модели есть такие совпадения. Это допустимо в рамках науки, но уже обмана нет, как бы. Уже ясность. А у него сознательный был обман или просто не досчитал, что это может? Нет, у него не сознательный. Именитый товарищ... Выходил он на меня, выходили его представители многократно. Вот одно время просто при... Прям много контактов было. Я начал смотреть, что там у него. Откуда Виктор Григорьевич? Из России. Да. Ага. Тоже не буду называть. Да, ясно. Не обязательно. И... Ну, я в письмах объяснил, что это не... Ну, несостоятельно. А потом, ну, смотрю дальше, а дальше-то у него-то вот как бы вот этот раздел хороший, этот раздел хороший, этот раздел хороший. И вот между хороших разделов вот одно falsification. И как бы, ну, думаю, блин,
как бы можно же было просто пообщаться, как бы не сразу вот по рукам-то щелкать. Вроде ха. А потом начал смотреть дальше, и там вылезла вообще вот жуть просто. В плане, ну вот реальная фальсификация. Поэтому вот на этих позициях я решил, что я не буду высказываться ни в чей адрес положительно. Я могу высказаться отрицательно, если вот я нашел фальсификацию. Я выскажусь отрицательно. Но вот просто вот я несу вот это вот яичко, как я считаю, золотое, полезное. И если я вот, ну, пересекся, да, и вот похвалил какого-то человека, а потом выяснилось, что я хвалил лжеученого, что он там вот еще что-то выдал сбоку, да? Ну... Я понимаю, но неужели он не сообразил с добрым намерением же к нему отнестись? Поправьте там 6-й пункт. Алло. Ну, вот так вот получается, я не знаю. И, в принципе, ну, как бы... Ну, вы по общению видели же, да, вот, допустим, с тем же, вот, были дебаты по отрицательным величинам с действующим преподавателем, с доцентом там кафедры. Когда мы беседовали, есть величины или нет, там непримиримая позиция, до скандала. Вот просто до скандала люди... Да, ну, это скандал. Скандалисты есть такие. И они как бы все уверены. Вот такие вот. Кто им мешает взять логику, учебник на Виноградова, да, Строговича и посмотреть? 6-й пункт нарушен. Не вытекает из этого это. Ну, не получается у людей, не хочется. Ну, я 30 лет работал, создавал свою гипотезу, и вдруг за 10 минут сказали, что половина правильно, половина неправильно. Конечно, микроинфаркт будет.